Привет, друзья! Приветствую на канале Алекс Аверс. Сегодня детальный подробный обзор. Автор этого произведения Семенец П.Л. К сожалению, пока не выяснил имя отчества. Год рождения известен 41-й. Это личная его работа. То есть ориентировочно выполнена до 91-го года из Не из, а на дереве, как вы понимаете. Вот такая шикарная работа, просто бесподобная. Не знаю, сколько времени на это ушло. Я ее покажу в проекции немножко, чтобы вы понимали. Масштаб, она достаточно большая, размера где-то А4. Вот, ну просто живая горилла и такие. Покажу обратную сторону. Это все, друзья, вырезано из дерева. Просто состояние бесподобное. Обратная сторона выглядит вот так. Вот такой стиль. Вот это автограф автора. Друзья, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. На канале всегда много всего интересного. Каждый зритель найдет для себя интересную ту или иную тему. Так, я постараюсь детально еще подытожить, выбрать правильное освещение, чтобы вы смогли насладиться качеством работы, тонкостью линий, каким-то изяществом, не знаю, красотой вообще произведения. Не часто у меня такие вещи в обзоре, причем это современное, относительно, друзья, современное искусство. Ну, на этом все. Хотелось бы закончить ролик. Всем пока, до новых встреч. Спасибо за просмотры, комменты, лайки. Всем пока.